Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня расскажу о ноутбуке от компании Asus. Модель X705UF. Я проверил все магазины, собрал все возможные комплектации данного ноутбука. Все ссылки на каждую комплектацию вы найдете в описании к этому видео. Надеюсь, это будет вам полезно. Буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Ноутбук доступен в корпусе звездно-серого или жемчужно-белого цвета с глянцевой отделкой. Это мультимедийный ноутбук для повседневного использования, объединяющий в себе красивый дизайн с современными технологиями. Работая под управлением операционной системы Windows 10, он предлагает пользователю всю мощь процессора Intel Core i7 восьмого поколения в сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce MX130 и большим объемом оперативной памяти DDR4 до 16 ГБ. Для хранения файлов у него имеется два накопителя — высокоскоростной твердотельный и традиционный жесткий диск большой емкости. Размеры ноутбука — 41 см в ширину, 2 см в высоту, глубина — 27 см, вес — 2,1 кг. Диагональ — 17,3 дюйма, разрешение 1920 на 1080, частота обновления — 60 Гц. Данный ноутбук оснащается дисплеем формата Full HD с широким цветовым охватом 100% sRGB. Выдавая реалистичные, насыщенные цвета, он прекрасно подходит для просмотра кинофильмов. Технология Splendid позволяет выбрать один из трех предустановленных режимов работы дисплея, каждый из которых оптимизирован под определенные приложения. Режим Vivid подходит для просмотра фотографий и фильмов, режим Normal — для обычной работы в офисных приложениях, а режим iCare — для комфортного чтения с экрана. Кроме того, имеется режим Manual, в котором параметры цветопередачи можно настроить вручную. Технология Asus TrueFull Live Video служит для автоматической оптимизации параметров изображения, таких как резкость и контрастность при выводе на экран ноутбука видеороликов. Ноутбук представляет собой современную компьютерную платформу. В максимальной версии его конфигурация включает процессор Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокарту NVIDIA GeForce MX130. А для высокоскоростного подключения к беспроводным сетям он наделен двухдиапазонным модулем Wi-Fi 802.11ac. Сочетает достоинства традиционного жесткого диска и новейших твердотельных накопителей, увеличивая скорость передачи данных, предлагая пользователю высокоскоростную подсистему хранения данных большого объема. Ключевой особенностью ноутбуков Asus с системой охлаждения iCool является то, что горячие компоненты размещены подальше от рук пользователя, поэтому верхняя часть корпуса всегда остается комфортно прохладной. Онлайн-сервис Zen Anywhere обеспечивает защищенный удаленный доступ к ноутбуку Asus для доступа к его веб-камере и хранящимся на нем файлам, а также для управления его питанием. Настроить эту функцию очень легко. Достаточно скачать мобильное приложение Zen Anywhere и зарегистрировать учетную запись. В ноутбуках Asus реализована эксклюзивная технология Sonic Master, представляющая собой комплекс аппаратных и программных средств улучшения звука, которые обеспечивают беспрецедентное для мобильных компьютеров качество звучания встроенной аудиосистемы. Гибкая настройка звучания. Для настройки звучания служит утилита Audio Wizard, предлагающая выбрать один из пяти вариантов работы встроенной аудиосистемы, каждый из которых идеально подходит для определенного типа приложений: музыка, фильмы, игры, звукозапись и воспроизведение голоса. Данный ноутбук предлагает современные интерфейсы для подключения периферийных устройств. Представленный обратимым разъемом Type-C, интерфейс USB 3.1 обладает пропускной способностью до 5 гигабит в секунду, что в 10 раз лучше по сравнению с USB 2.0. Передача по нему 2-гигабайтного видеофайла займет менее 2 секунд. Один USB 3.0, два USB 2.0, один USB-C 3.1, один HDMI, один локальный, один комбинированный выход на наушники и микрофон 3,5 мм. Есть встроенный микрофон, веб-камера и Bluetooth. Благодаря эксклюзивным технологиям Asus, аккумуляторы, которыми оснащаются современные ноутбуки VivaBook, служат в 3 раза дольше, чем обычные цилиндрические литий-ионные. Кроме того, поддерживается ускоренная подзарядка. Заряд аккумулятора увеличивается с 0 до 60% всего за 49 минут. Емкость батареи 3200 мАч. Время автономной работы — до 3 часов. Я проверил все магазины России, Украины, Беларуси, собрал все возможные комплектации данного ноутбука, которые имеются в продаже на сегодня. Есть варианты с экраном от 1600 на 900 на TN-матрице до 1920 на 1080 на IPS-матрице.
процессор Intel Core i3-7100U, Intel Core i5-8250U или Intel Core i7-8550U, оперативной памяти 4, 6, 8 или 16 ГБ, жесткий диск до 1 ТБ. Цвет в основном серый, но также есть вариант и с белым. Я провел анализ отзывов реальных пользователей данной модели и сейчас расскажу, на что жалуются обладатели этого ноутбука, а после перейдем к положительным отзывам. После обновления не загрузилась система. Через 1 час после покупки при первом обновлении открылся BIOS и не загружается операционная система. Крышка белая и быстро пачкается. Отвратительный хард, чудовищно медленный, портит все впечатление. Попался брак, не включился после покупки. Нет встроенного SSD, нет оптического привода. Конструкция такова, что добавить память или SSD M2 самому нереально. Шум кулера слышен уже на 60 градусах. Теперь перейдем к положительным отзывам, которые иногда пересекаются с отрицательными. Быстрый и удобный, работает четко, не тормозит, не виснет, программа и сайты открывает за секунды. Отличная производительность и скорость. Экран классный, яркий, картинка сочная и реалистичная, есть ощущение объемного изображения. Хорошие углы обзора, хорошая видеокарта, жесткий диск объемом в целый терабайт, нормальный процессор, прекрасный звук. Если вы стали владельцем данного ноутбука, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Всем пока!